В социальных сетях появились фотографии снежного покрова желто-коричневого цвета. Жители поселков Сухаречка и Елшанка забили тревогу. В ямках, в ложбинках, вот точно смотрю, молочного цвета такой. Думаю, что за снег выпал, говорю, непонятно. А с сестрой с Елшанки, я с ней разговариваю, она говорит, вообще поле все желто-коричневое. Экологическое мне беспокоит, сколько я здесь живу, с 62-го года, я первый раз такое увидел, мне 70 лет. Аналогичные кадры, как выяснилось, заполнили мессенджеры и в соседней Самарской области, а также в других территориях Поволжья. Синоптики при этом успокаивают, такое природное явление может быть связано с песчаными бурями на территориях Казахстана, из-за чего в атмосфере могут присутствовать частицы пыли и песка. При Волжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды взяли пробы снега. Песок и пыль, поднимаемые сильным ветром, переносятся и оседают на территории Самарской, Саратовской, Оренбургской и Ульяновской областях, окрашивая осадки в цвет почвы и песка. В проанализированных пробах наблюдался осадок в виде мелких песчинок, взвешенные частицы. Кислотность талой воды в пределах нормы. В Оренбургском гидрометцентре версию коллег подтверждают. Говорят, основная масса цветных осадков пришлась на Самарскую область. Оренбуржье зацепило лишь край. Южный ветер донес песочную взвесь в Первомайский и Бузулукский районы.